Проблема безнадзорных животных стоит ребром не только в Барнауле, но и во всем Алтайском крае. Буквально несколько недель назад мы рассказывали о стаях бродячих животных в Славгороде. Беспризорных животных много и в краевой столице. Отловом собак в регионе занимаются по муниципальному контракту различные организации. В Барнауле это приют «Ласка». В стенах барнаульской мэрии общественники, представители власти, руководители приютов активно искали пути решения проблемы. Подрядная организация, это общество «Ласка», отлавливает данных животных, пролечивает, вакцинирует, стерилизует, чипует и выпускает обратно в среду обитания, либо содержит, если у них там есть на то определенные обстоятельства. Очень хорошо, что по результатам этого совещания приняты определенные решения, да, в том числе и о вопросе стараться максимально сокращать выпуск, да, и в том числе город готов в этом оказать какую-то, в том числе и финансовую поддержку. В Алтайском крае законодательство не предусматривает никакой меры ответственности к хозяевам, которые выбрасывают хвостатых на улицу. А над такими мерами подумать стоит, говорят власти. В настоящий момент необходимо проводить работу в части определения механизмов, предполагающих возможные изменения в действующем законодательстве по отношению к Кодексу об административных правонарушениях в части привлечения к ответственности владельцев безнадзорных животных. В мэрии Барнаула продолжат работать над проблемой бездомных животных и будут пытаться добиться ответственности за халатное обращение с животными уже на уровне закона. Валентина Аскерова, «День с толком».